Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как я готовлю домашний майонез. Майонез получается очень вкусный, нежный, и его очень легко приготовить. Для того, чтобы майонез хорошо взбился, все продукты должны быть одинаковой температуры. Яйца обязательно должны быть свежими. В чашу блендера наливаю 1 стакан обязательно рафинированного растительного масла. Добавляю 2 яйца. Одну чайную ложку горчицы. Пол чайной ложки соли. И 1 чайную ложку сахара. Две чайные ложки 9% уксуса. Теперь я ставлю ногу блендера на дно чаши, включаю и не двигаю, пока не начнет загустевать масса и не будет вот этой желтой пленочки сверху. Когда масса начнет загустевать, я понемногу начинаю вращать ногой блендера. Но долго взбивать не нужно, потому что майонез получится очень густым. В такой майонез я добавляю потертый твердый сыр, мелко порезанный укроп или петрушку. Взбиваем на максимальной скорости. Вот масса уже побелела. Еще немножко взобьем. Но недолго. Можно уже выключать блендер. Смотрите, какой густой он у нас получился. Попробуйте и вы приготовить этот вкусный, нежный майонез. Без консервантов и всяких химических добавок. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много интересного.